некоторое наше мероприятие. Рубрика называется «Устами младенца». И первую чудесную историю вы сегодня услышите. Не только услышите, вы сможете и увидеть этих людей своими глазами. Потому что самое важное – видеть своими глазами, слышать своими ушами. Не то, что кто-то пересказывал. Чувствуете? Это будет истина. А рассказать эту чудесную историю, конечно же, я с великим удовольствием приглашаю Марину Лавренюк. Можно? Я сниму. Сними, пожалуйста. Это чудное дитё подошло ко мне в прошлом пережиле. Я не знаю, как зовут эту кошечку, но она говорит, можно я расскажу, как я кушаю рэй? Я говорю, мне расскажешь? Она, нет, я хочу выступить со сцены. Поэтому вот я не знаю, о чём рассказывает эта кошечка, но она замечательная, правда? Ну расскажи, что ты нам хотел рассказать? Я хочу рассказать, что у меня родила не совсем хорошая тетя, ее звали тоже Марина. И она меня заразила своим гепатитом С, и теперь я попала в детдом, и там меня нашли Настя и Игорь. Они меня взяли, хоть у меня и был гепатит С. Они меня взяли и установили. И теперь любят как семья и нашли команду Рейн. И теперь купили эту и принимаем ее. И мне она очень нравится, хоть у меня и болезнь, и гепатит С тоже. Как тебя зовут? Рита. Ты самая красивая девочка, правда? Самая красивая, будешь самой здоровой. Договорились, а я буду следить за тем, чтобы ты была здорова. Полностью выздоровеешь, обещаю. Договорились?